Всем привет! Распустился фаленопсис тетрасписвар Alba и хочу поделиться с вами его цветением. Смотрите, какие красивые белоснежные глянцевые цветы. И даже губа белоснежная с характерным для этого вида пушком на кончике. Разнообразие придает лишь желтое пятно на губе и салатовые кончики на лепестках. И даже обратная сторона по мне выглядит очень эффектно. Цветы ароматные. В первый день мне напоминает запах скошенной травы. И уже потом появляется очень нежный цветочный запах. Цветение у тетрасписов револьверное. Мой экземпляр дорастил прошлогодний цветонос и нарастил еще один. Цвести они могут круглый год. Мой экземпляр в прошлом году цвел 4 раза. Правда, цветение сопровождалось всего лишь одним цветком. Растение теплого содержания. Любит повышенную влажность. Светолюбивый, но не любит прямые солнечные лучи. В прошлом году он у меня стоял на балконе с северной стороны. Солнце было с 8 до 10 утра. В остальное время был рассеянный свет. И мне кажется, это были идеальные условия содержания фаленопсиса тетрасписа. Забыла сказать, что продолжительность жизни цветка у моего экземпляра больше 2 недель. Само по себе растение, как вы видите, не крупное, я бы даже сказала, средних таких размеров, помещается даже в кружку. Посажен он у меня в кору, я его так и не пересадила после приезда. Это старый цветонос, который был дорощен после того, как он нарастил новый цветонос. И, как вы видите, снова одним цветком. В целом, я растением очень довольна. Я питаю страсть к тетрасписам из-за их аромата и нежных цветов, особенно губы пышной. Она у них у всех разная абсолютно. Этот цветонос проклюнулся в этом году. Причем рос он полностью до раскрытия цветка под искусственным освещением. Лампочки, кстати, обычные ледовые, купленные в Леруа. Советую приобретать в коллекцию любителям природных ароматных орхидей. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока!